Обчистили автомобиль по-крупному. Трое харьковчан обокрали одессита на сумму более 300 тысяч гривен. Злоумышленники в возрасте 35, 36 и 46 лет тщательно спланировали кражу и реализовали ее, когда потерпевший заехал в одно из почтовых отделений на Киевском шоссе. Распределив обязанности, младший из мужчин остался наблюдать за обстановкой из автомобиля, на котором они приехали вслед за одесситом. Другой зашел за потерпевшим в отделение почты, а старший, пока коллеги стояли на шухере, забрался в его «Мерседес» за деньгами. Сделав дело, грабители сели в свой автомобиль, уехали в Харьков, где их и задержали полицейские. Сейчас грабители проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе. Слідчі вже оголосили підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та винесли клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За крадіжку у великих розмірах правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.